Всем привет! Вы на канале Юзуру Ханю Лайв. Сначала покажу вам видео с мероприятия на Fantasy on Ice 2023 в КБ, посвященное уходу Дженни Вейра из шоу деятельности. Ханю очень эмоционально реагировал на слова Джонни. Джонни сказал: «Обнимите, обнимите меня. Даже я должен закончить. Просто держитесь за каждую секунду, которая у вас есть, тренируя то, что любите. Потому что это не навсегда. Я люблю вас всех очень сильно. Спасибо вам». Информационный дайджест по второму дню Fantasy on Ice, прошедшего в Кубе. Это предпоследнее шоу всего тура. Полный зал. Никаких камер по-прежнему нет. Только одна около кулис, откуда выходят фигуристы. На открытии Юдзуру исполнил великолепный четверной тулуп с махом ногой после. Захватывающий красивый прыжок, как и бабочка во время хореографии общего номера под History Maker. Юдзуру будто летал над льдом. Лед на этой арене действительно меньше привычного. Такахита Мура почти врезался в борт. Денис Васильев тоже был слишком близок к краю при приземлении элемента. В начале номера Glamour Sky Юзуру бросил фуражку прямо на рекламные щиты. В конце номера выглядел уставшим, дыхание сбитое. В конце выступления приземлился к сцене, опустился на колени и протянул руку Микки Микосине. Певица взяла Юдзуру за руку. Когда Юдзуру появился в финальном общем номере под стар Микки Микосимы, то был погружен в песню. Взгляд по диагонали вверх к потолку, правая рука вытянута, словно он пытается дотянуться до звезд. У Юдзуру была долгая сольная партия, которую он закончил твизами в положении пистолетик, перешедший в вертикальное вращение назад в центре круга фигуристов. На закрытии исполнен четверной тулуп, тройной аксель подпрыжка, тройной тулуп, бабочка вращение стоя, хотя выглядел очень измотанным. Перед повторным кругом почета на закрытии обнимался Джонни Вейром около сцены. Юдзуру сдерживал слезы и выглядел очень эмоционально после того, как махал зрителям на последнем круге. В самом конце опять сделал вид, что уходит без «спасибо большое». Зрители снова сказали свое громогласное «э». Но и Ханю продолжил уходить. Тогда они сказали И Юдзуру, сморщившись, вернулся назад лунной походкой на полу. На арене сегодняшнего шоу замечена Микоко Сенсей, режиссер сольных шоу Юдзуру «Подарок и пролог». На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!